Добрый день, друзья! С вами по-прежнему Верхов. И вот база Конго. И вот такой квест замечательный, друзья. Малоротый сомик, 874 грамма. Но это будет очень сложный, конечно, квест. По одной простой причине, что здесь проще поймать трофейного малоротого сома, чем зачетного сома. Ну, давайте попробуем поиграть, значит, этот квест. Ну, малоротый сом присутствует на многих локациях. Предположим, он есть в гостях у слонов на этой локации. Он есть на зеленое Конго на локации. И очень много малоротого сома на локации Буйки. Абсолютный хит насадок на малоротого сома. Это, конечно, кусочки рыбы, живец. Давайте с вами кусочки рыбы поставим. Итак, друзья, абсолютный хит насадок на малоротого сома, кусочки рыбы, живец, моллюск, малек. Вот эти четыре насадки гарантированно будет вам ловить. На такой базе, как Конго, на локации Буйки, будет гарантированно вам ловить малоротого сома. Помимо всего прочего, сом прекрасно клюет на раковую шейку, на крабовое мясо, на ручейника, на такую насадку, как сальник, ручейник. Значит, на все на это, на улитку, на все на это он будет клевать, друзья. Ну, теперь нам только терпеливо. Здесь, друзья, очень просто поймать трофей малоротого сома. Трофей невысокого веса, побольше килограмма. Вот, и такие вот, тут такая тенденция. Или мелкий клюет сом у нас с вами. Ну, совсем мелкий, до 500 грамм. Или клюет крупный сом, больше килограмма. А вот промежуточной части как-то вот нету. То есть вот зачетного веса мало здесь можно поймать. Ну, посмотрим. Не будем мы с вами торопиться делать выводы. Проиграем сейчас турнир. Здесь, конечно, друзья, интересные рыбы разрядные. Между тем, поклевка. Африканский змееголов. Ну, давайте отпустим всю рыбу. Пусть нам карма идет. Тут, друзья, очень интересная рыба разрядная, которая называется хризихт. Вот, и клюет она тоже на кусочки рыбы, на живца клюет. Можно ее половить с вами на воблер 32-0 средний или на твистер 108 номер 2. Замечательная рыба, то есть и трофей у нее очень большой, в районе там 50 килограмм что-то. Ну, возможно, нам повезет и нам будет клевать хризихт на наши насадки. Будет просто замечательно, познавательное видео получится. Но между тем, друзья, ждем, конечно, с нетерпением поклевки сома. Но, как видите, он не торопится к нам. Вот, прикорма нет на него. Но вот если порассуждать, что сом питается, в общем-то, беспозвоночными и на моллюска, то можно, в общем-то, взять этого моллюска, основа прикорма. Значит, друзья, возьмем, давайте с вами моллюска. Добавим сюда же моллюска или кусочки рыбы, давайте добавим. Любимое лакомство сама нашего малоротого. Ну вот насчет ароматизаторов я, конечно, сомневаюсь. Но можно, конечно, поэкспериментировать с таким ароматизатором, как кровь, с таким ароматизатором, как селедка. И посмотрим, что из этого получится. Возможно, этот прикорм будет как-то активировать нашего сама на локации, а возможно и нет. Ну, нет прикорма на него. И мы с вами вот экспериментируем, друзья. Иногда эксперимент дает очень положительные результаты. Ну, вот у нас поклевка. Ну, это маленький вес. Ну, вот он наш малоротый сом. Ну, у нас поклевка с вами. О, хорошая поклевка. Вот это, наверное, наш хризихт клюет. Вот и хорошо. Мы сейчас с вами посмотрим, сколько же мы опыта получим. Ну вот можно, друзья, ну это хризихт клюет. Ну давайте вот так вот я сделаю сейчас. То есть я сейчас приму алкоголь по полной. И мы с вами посмотрим опыт. Хризихт 22 килограмма, зачетная. И вот на полной линейке смотрим опыт. 4281. Ну вот такая, друзья, замечательная рыба. И вот такой здесь опыт можно поднимать.
И опять хороший вес нам какой-то клюет. Ворот и сом. На полной шкале смотрим опыта. 189. Ну, это немного. Вот такая рыба. Замечательно получился у нас. Поймался с вами. Ну, на спиннинг это был бы еще бы на порядок выше бы. А вот эта поклевка очень хорошая, друзья, у нас с вами. Пятнистый шельп. И все равно, смотрите, какой хороший опыт идет. Вот это очень хорошая поклевка. Возможно, это то, что мы ищем. Нет. Синабдопис пятнистый. Иногда вот крабовое мясо неплохо ловит этих зачетный вес. Ну, трофей на нее не ловится, но вот зачетный вес иногда она неплохо ловит. Можно попробовать и крабовое мясо поставить. Раковая шейка может неплохо тоже справляться. Ну, я нужно угадать с пристрастиями, конечно. Малоротова сама, но таких вещах, когда мы с вами играем квесты, пристрастия нужно угадывать, конечно, рыбы, искать наживку, на которую она будет клевать. Ну, как видите, очень активно. А вот это очень хорошая поклевка, друзья. Очень хорошая. Но это, скорее всего, не сом. Это синабдоптис пятнистый. Ну, у нас активно, конечно, кусочки рыбы. Моллюск. О, вот это хорошая поклевка. Ох, 748 грамм. И опять хороший вес к нам идет, друзья. Вот хороший вес идет. Ну что тут у нас? 656. Ну какой опыт замечательный. Посмотрите, 200 с лишним очков идет. Вот хороший вес к нам идет. Ух, ну что? Опять синабдоптис пятнистый. Ну то есть вот что привлекло его? Активный он стал у нас. Кровь, скорее всего, привлекла его. То есть активность рыбы какая у нас клюет. Синабдоптис пятнистый. Это работа, скорее всего, нашей приманки. Ну и как видите, да, приманку бросили, и сразу же активность какая-то. Сразу же какие-то поклевки у нас тут начинаются. Ну, работает приманка, друзья. Конечно, работает. О, хорошая опять поклевка. Замечательная, супер поклевка. Ну вот, трофей, друзья. На 2 килограмма 118 грамм. Ну, как я и сказал, то есть проще поймать трофей здесь, гораздо проще, чем вот зачеты поймать. Ну вот, друзья, к сожалению, закончился наш квест. Вот, но тем не менее, друзья, мы познакомились с чудесной рыбой, которая называется хризихт. Давайте мы ее сейчас с вами посмотрим, где она у нас. Вот она, хризихт. Рыба для разряда, друзья. И поймали мы с вами, несмотря ни на что, мы поймали с вами трофей. Малоротова сама на 2 килограмма 118 грамм. Вот такое у нас, друзья, видео. И не забываем, что значит на локации Дождевой лес, помимо корях, присутствует трофей хризихта. И ловить его там можно на блесну. На твистеры 108, 119 твистер ловить можно, номер 2 и номер 3, и на блесну 32-0, то есть на воблер 32-0, номер 2. Проводка медленная по дну. Спасибо, друзья, за внимание. С вами был Верхов, еще увидимся.